зашел сейчас на почту. На нашу местную. Здесь вот различные товары, упаковки, открытки. Пару посылочек сейчас отправлю. Да, люди уже дистанцию не особо соблюдают как-то. Ну, вот сейчас вроде бы поближе. Такие большие посылки. Здесь можно, здесь обменник, также валют. Можно поменять это валюты. Давай. Can I send a couple of parcels, please? This one to return. Thank you. Can I send this truck, please? International. Thank you. Is there any value to the contents at all? No, no, not much, like 10 or 15 pounds. So there's tracked and signed, which is 14.50, or there's standard, which is 11 pounds and 5p. And only tracked, not the way. There's a tracked alone option. Okay, well, tracked and signed. I know you've filled in a customs form already, but I'm afraid you'll need to To begin with the new ones. And so. Okay. Do you have a few spare new ones? Yep. Do you want just the tracked ones, or do you want the standard ones as well? Oh, tracked ones. I normally send tracked ones. Like, well, maybe. Thank you. So you can fill that in, and if you could write in capital letters. Thank you. For the okay, thank you so much. Bye bye. Вот. Так. Почта это. На почте. Здесь можно фотографии сделать. На паспорт, там на разные аппликации. Вот цветная бумага. Тоже цветная бумага. Клей. Что тут еще есть? Открытки. Ой, какие красивые открытки. Здесь вот такие вот с фотографиями и рисунками. Кошечки разные. Жар-птицы. Открытки, конечно, очень красивые. Так. Что тут еще есть? Тут больше такие... Тоже с днем рождения, но вот в таком стиле. Смешные детские какие-то. Цены. А цены надо по номеру где-то смотреть. Так, здесь тоже открытки.
Здесь вот смешные, с приколами, юмор. Подписано, вот это все юмор. Это пригласительное, это семейное, это для мужчины все. Для отца, брата, дедушки, мужа, сына. Так, что еще? Здесь дайрис всякие, блокноты. Что тут еще есть? Другие открытки. Цветочные всякие. Упаковки всякие. Штуки. Вот эти вот блокноты. Кстати, в Англии больше любят вот такую в линейку. Все, редко в полоску, в клеточку встретишь. Это вот нотная такая бумага. Мне больше в клеточку нравится, но все равно где-то будет. А вот в клеточку наверху там. Что в клеточке тоже есть. А это вот в такую чертежную клеточку, графическую. Хорошо берут графику. Это крупная клетка. Есть еще такая крупная клетка. Вот столько магазинов. Магазин это журнал. В общем, хорошая почта такая. Здесь все можно купить. Это просто бумага Canon для принтера. Вот это по садоводству много. Папки различные. Фотобумага. В общем, канцелярия. Ручки. Карандаши простые. Цветные всякие. С блеском. Так упакованы сейчас, даже их не попробуешь. Раньше, я помню, здесь были, ну, много лет назад здесь было так, что они как бы лежали в таких лотках все, и можно было пробовать. А сейчас они все в индивидуальных упаковках. Это чернильные такие ручки. Вот здесь уже небольшие конфетки всякие. А, вот они, вот такие вот, рассыпную. Вот можно пробовать. Это гелевая. Сейчас попробую. Хорошо пишет. Прикольная ручка. Welcome. Please scan your first item. Select payment type. Use PIN pad to complete transaction. Your card, and thank you for shopping with us.
такой вот взял мусик, не знал, такой взять или такой, такой какой-то взял, что-то увидел. Вот. Несмотря на то, что что-то нос. Но это у меня точно не грипп, это у меня такое охлаждение. Окно было открыто, я сейчас быстро вылечусь, надеюсь. Сейчас выпью таблеточки, витамин дома. Вечером, может, в ванне прогреюсь. Да, вот это мороженое такое вкусное. Оно сейчас по скидке. Там 4 разных вот такое вот. Ой, вот это особенно клубничное, такое вкусное. Это чизкейк вместе с мороженым. Я хотел взять магнум, но я хотел взять простой, без орехов. Но что-то его нету. Карамель это тоже на... По скидке сейчас, да. Надо взять, потому что... А, здесь 3 мороженое, а не 2. Так. Ладно, надо взять все равно. Считай, в 2 раза почти уценка. Кстати, вот какие-то я не пробовал. Вот эти вот. Не знаю. Взял вот это вот обычное. Ну, это, взял, правда, с этой, с карамелью обычного совсем не было. Так, ну все, вроде бы, мне больше, наверное, ничего не надо. Хлеб там у меня еще есть. Вот. Чего у меня так темно стало? Странным образом все темно такое, темное. На экране так. А тут вот все по оценкам. Так, ну все, месяц остальное я все закажу. У нас уже, знаешь, тепло, так жарко. О, какого всякое без сахара. Все остальное я закажу. Пиво всякое. Мы с тобой редко прикладываемся к этому. Так. Наверное, на это, на self-checkout пойду. Тут вот тоже что-то все по оценке. На self-checkout пойду, наверное. Видишь, тут камеры. Меня видно. Так. Сумки у меня есть. Одной сумки мне хватит, должно хватить. Должно мне хватить одной сумки. Ой, все время так неудобно. Так. А, надо старт нажать. Блин, чё она? Старт. Всё мне сделали. Раз. Так, что ещё? Два. Please wait.
Следующий. Так, апельсины. Так, теперь апельсины надо. Ой. Please scan an item. Select another option. Yes, thank you. Or finish and pay. Так. Please place the item on the scanner and choose the category. Oranges. Please enter the quantity. Please put the item in the bag. Так, теперь все положил. Теперь finish and pay. Please select your payment method. Просто. Please follow the instructions on the chip and pin device. Приложить. Please wait while we process. Да. Payment accepted. Заплатил. Press for a receipt. Давай. Please take your receipt and shopping. Сейчас надо будет еще это продезинфицировать руки. Сегодня полотенца есть, эти бумажные. Ну, в принципе, они не нужны. Все хорошо. Ой, апельсины все вывалились. Ну, ёлы-палы. Какие-то очереди. Слушай, мам, везде так много народу, блин. Несмотря на то, что сейчас обед. Все улицы заполнены. Вот, ты знаешь, мне даже это как-то не нравится. Когда был карантин, было так спокойно. Но, с одной стороны, хорошо, когда есть народ. Ну, а с другой стороны, один хрен ты ни с кем не общаешься из них. И это... Ну, если с кем-то общаться... Ой, кстати, вон там столики какие-то поставили, кафе. Вот можно там сидеть теперь. Я даже не знал, что это такое. Это общественные столики или это к какому-то кафе относится? Непонятно. Но там что-то написано. Надо как-нибудь, может быть, там кофе взять вместо магазина. А где это само кафе-то? Что-то нету. Короче, народу много, как бы. Это вот сейчас еще обед, а утром, вечером, как ты знаешь, это... Нет спокойствия теперь. Вот то на лавочке, знаешь, посидишь так спокойно, хорошо. А сейчас прям вот мимо тебя толпы ходят. Ну, оно ничего страшного, но как-то не расслабишься, знаешь. Вообще. Народ прибывает с каждым днем. Причем, знаешь, все, кто даже не хотел выползать, все выползли. Как бы, знаешь, ну как бы надо. Пока послабление.